Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение темы о доходяшках. Вот с ними произошли кое-какие изменения. Сейчас мы это все посмотрим и предпримем следующие шаги. Какие же изменения с ними произошло? В самом начале видео хочу поблагодарить всех моих подписчиков, всех моих друзей, которые не прошли мимо моей беды и помогли мне дельным советом. Вот эта орхидейка Монако, о которой шла речь. Я ее все-таки достала. Она оказалась вся с гнилой шеей при хороших корнях. То есть целый горшок был прекрасных корней, а шея была гнилая. Я обрезала шею, намазала ее Максимом. Кое-какие корешки тут остались, деточка тоже осталась. Вот, и посадила ее во временную такую посадочку в мох. Сегодня буду ее обрабатывать. Будем за ней следить, что с ней станется. Также я пересадила некоторые свои доходяшки. Вот это вот Сеншен. Я попробовала посадить свою первую закрытую систему. Вот такой горшочек без дырочек. Вот корешочки, такая вот посадочка. Пересадила пират Пикати. Ну, это классическая посадка. Вот корешки здесь видны. Пересадила свой единорожек, тоже в классическую посадку. Вот. У него оказались немножко гнилые корни, поэтому за ним надо будет следить особенно. Пересадила сапфирчик. Вот корешки его. Все эти орхидейки я буду поливать сегодня коктейликом. Из чего состоит коктейль? Из аллерина, гомоира. Это мои любимые компоненты. Фитоспорин АС. И хочу добавить циркончика для развития корней. Поехали! Вот у меня приготовлен литр воды. На литр воды берем по одной таблетке гомоира и аллерина. Растворяем. Также добавляем в этот коктейль 15 капель фитоспорина АС. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15. Полоснем пипеточку и наберем еще 4 капельки циркона. Раз, опа. Размешиваем подготовленный коктейль до полного растворения таблеточек. И потом этим раствором будем проливать наши горшочки. Чтобы было удобнее, воспользуемся нашей грушей. Это у нас закрытая система Сеншен. Мы ее прольем замачиванием, а потом всю водичку сольем. Точно так поступим и с остальными вот этими
орхидейками. Единственное, вот в Монако, так как он сидит в мхе и у него гнилая шея, я водички налью на дно стаканчика, а потом поставлю, чтобы мох впитал, сколько ему нужно. Вот растения постояли, напитались. Корешки позеленели. Теперь самое время слить этот раствор. Придерживаем пальчиком и сливаем. Все до последней капельки. Вот так. И ставим орхидею под свет. Аналогично поступаем и с остальными орхидейками. В королеву, которая растит деточку. Сейчас как бы вам ее получше показать. Вот там появился новый молоденький корешок. Я пролила раствором с цирконом вот эту конструкцию, где располагаются корешки деточки для их активации, чтобы они росли лучше. Вот он корешок, видите? И вон на стволике показался еще один. Как бы вам показать? Вот он. Деточка растет хорошо. Кстати, у орхидеи у нее уже тургор наладился, листики стали плотные. Вот так. То есть мы ее наладили на развитие. Вот так. Сейчас солью и здесь водичку сапфирчика. Тоже придерживаем пальчиком и сливаем. Всю до конца. У меня вот здесь во втором горшочке насыпана цеафлора, чтобы воздух через нижние дырочки горшка проходил к сапфирчику. Вот такой вот цветоносик он мне выдал. Будем наблюдать за его развитием. Ну, и аналогично поступаем со всеми остальными своими орхидейками. Остальные орхидеи, мои доходяшки, я еще не пересаживала. Хочу подождать, когда они более активный рост пойдут. Там у нас еще 3 или 4 штучки. Ну, а с этим, скажем, орхидеям в добрый путь. Спасибо, друзья, что были со мной. Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Не прошли мимо моей беды и на мой сос, да, подсказали мне очень дельные советы. Спасибо вам большое. Всего вам доброго, ваша Лёка.